Маша Распутина прославилась много лет назад. Обладающая неповторимым тембром голоса артистка исполнила такие песни, как «Я родилась в Сибири», «Льется музыка», «Отпустите меня в Гималаи», которые немедленно стали хитами на долгие годы. Сделав паузу в карьере, певица эффектно вернулась на сцену, исполнив с Филиппом Киркоровым композицию «Роза чайная». В скандал со своей дочерью Лидией Маша Распутина попала спустя годы, когда находилась в противостоянии с Ермаковым. Отца неожиданно поддержала выросшая Лида. Тогда Маша в штыки восприняла действия дочери и чуть ли не отреклась от нее. Но она просто не знала, что дочь неизлечимо больна. Долгие годы Лидия живет тихой жизнью, изредка ложась в клинику, чтобы поправить здоровье. У нее психическое заболевание, которое проявилось с возрастом. Маша Распутина подчеркнула в беседе с Аленой Жигаловой в программе «Алена, блин», что в детстве Лидия не проявляла никаких отклонений в поведении. Зато сейчас она периодически видит потусторонний мир. При этом, отметила певица, Лидия очень добрая и очень остро чувствует несправедливость. Много времени она проводит с Машей Распутиной. Но о том, чтобы излечиться от своего недуга, певица принципиально не стала называть ее диагноза, и речи не идет. Она никогда не вылечится.